привет! А вот и новый видеоролик на канале, и опять же новые контейнеры. Наконец-то я смог открыть еще один контейнер. Что мне выпало, я просто на самом деле охренел. Первоначально я не знал цену транспортного средства, которое мне выпало, но все-таки ребята подсказали, и я его успешно продал. Плюсом создал себе неплохой бизнес. Но насчет бизнеса вы увидите в новом видеоролике. А также, ребят, огромная просьба подписаться на канал и поставить лайк, потому что без подписки на самом деле довольно много людей смотрят. Ну а так как у нас не так много аудитории GTA 5 RP, я бы был очень рад, если бы появились новые зрители как на стримах, так и на видеороликах. Пишите комментарии, ребят, желаю всем приятного просмотра. Странно, но Ваня нас перебивает. 10 миллионов он поставил, но у меня 10700. Но это единственные мои бабки, я ставлю по сути 10700, и мы просто смотрим на все это дело. Потому что на самом деле это довольно-таки будет интересно. Ставим 10700, все, перебиваем Ваню. Ох, не знаю, братан, что ты с этого выбьешь, конечно, и будешь ли ты это дело перебивать. Но, блин, 10700 это уже как бы дорого, ничего себе, это уже большие суммы денег. Кто-то эти деньги фармит годами, но мы вот так вот в один разочек просто с Ваней здесь заряжаем. Буквально 8 минут, подъехал сюда также Bugatti Mistral, на самом деле та самая тачка, которая стоит за 10 тысяч бонус-поинтов, ну либо же стоит она 40-50 миллионов, довольно дорогая машина на GTA 5 RP. Ну, такие вот дела. Ждем. Да. Ну, может выпасть, но... Нет, не может. Может, может. Чирон не может выпустить. Да, блядь, нет. Да, смысле, любая машина. Там есть определенные тачки, которые вообще никогда нигде не падали. Чирон может выпасть. Это из самого топа. И чё, сколько ладно. Стоит эта хуйня такая? Ну, как будто из контов он будет дешёвый. Я тебе говорю, если из обычных тачек, тогда хочется к Димеру какой-нибудь. Ну, раз ее нету, значит Вейрон. Блять, сколько он стоит? Ну, с конта он будет стоить лямов 15, наверное. Один хуй не окуп. Так что похуй. В смысле не окуп? Ну, хотя да. Ну, так минус 10 из 700 там, блядь. Ну, минус сколько, 9 там я минус унул. Да. В-класс, бля, я бы не отказался на ход В-класса, отвечаю. Я тоже. Да не, он мне просто ну, для коллекции нужен, не более. Кристальчик, школьный автобус. Mm. Да, 15. Че вам? 15. Ну 7. Остается буквально 7. Минута, ребят. Ну, что, 58 секунд, продавать. Господа. 58 секунд. Как будто кто-то перебьет. Какой-нибудь Фаня Рудик. Не, он не будет перебивать. Он, да, он договорился? Тот, он тот забирает. Не, он просто не хочет. Вижу, понял. Ну, ладно. 40 секунд, а там сколько? Ну, короче, этот первый, по-моему, открывается, да? Ворот сразу не сливай, пожалуйста. Спасибо. Ну окей, но если говно выпадет, там я отъеду вон туда. Нет, нормально. Коплю. Капот. Барон, капот. Чё это такое? А ты не продашь, барон? Ниже 12 не продавай. Это новый, все. Нормально. Это круто. Это круто. Лям окупа. Барон, 12 стоит. Поехали. 12 стоит, поехали. Поехали. Поехали, встречу на втором. Стой, поехали, встречу на втором. Ну, пойдем тогда пешком. Пойдем, да, я уже выехал просто. Сейчас, погодите. Бля, поздравляю. Спасибо, родные. Это крутая. Там Люкан выпал. Люкан, фу. Он лучше. А тут Люкан. А? Барон, ты будешь икс продавать? Да, а что за сколько его продавать-то, ё-моё? Где барон? 12.5 последний ушел. 12.5. Где-то, да, 12 рынок. Да не, ну как будто можно с 12.5 его продать. А кто открыл, вот сейчас премиум? Делаем. Пошли. Кто открыл это? Кто открыл тот-то? Кто его кто Люкан выбрал? Поехали, кто я как будто бы за. Так. Бля, или себе его оставить. Слышь, барон. Ась, да. Как будто я бы за 3-1 забрал Люкан. За сколько? Он сможет слить. 12. Делаем? Сколько? 12. Гоу 12.5. 12.1. Погодь. Давай. 12.5. Делаем. Такс. Это значит, что сколько это говно стоит вообще? Нахуй на самом деле? Не нормально понимаю. Он стоит. Да, нормально, 12.5 нормально. Нормально? Да, его типа 12, 13. Ну давай базару, давай. А как продать тебе его так сейчас? G на миллионов 10 продать. Так, 12500 продаем.
Ну, это типа плюса, конечно. Так, 12500. Ну, такое типа. Блин, ну что, мне получается ночные конты еще залетать? А во сколько ночные конты? Спасибо. Пожалуйста. Кристал, почем ты его продать будешь теперь? Да, его себе искал. А, да? Он он типа разгоняется вообще капец как. Ладно, я пойду смотреть, надеюсь, что там по дешевому. Что тебе выпало? Чего из первого выпало? А, X6, вон он, белый стоит, вон уезжает уже. Я его продал. За сколько ты продал? 12.5. Бей пизду. Вон слева стоит. Форд. Победителю компания с энергосами. Литвин Энерджи. Но, тем не менее, ребят, как бы там ни было, но со второго более-менее мы окупились. Конечно, конечно, само собой, окуп незначительный, окуп такой себе, 12 679 тысяч у нас есть. Но сейчас у меня стоит выбор, либо продолжать открывать контейнеры, либо же взять аренду и сдавать тачки в аренду. Вот такие дела. Желаю всем удачи и увидимся в новых видеороликах. Пишите комментарии, что мне делать с машинами. И всем до скорого.